Ребята, привет! Всем привет! Ребята, сегодня 3 января. Мы впервые в этом году вышли из дома, если можно так сказать. Мы отметили Новый год. Я думаю, к этому времени вы уже посмотрите видео, если я успею его сегодня смонтировать. Классно отпраздновали Новый год, все хорошо. И мы собрались с Пашей в мини-тур по Флориде. Но для начала нам нужно, у нас есть, получается, полдня осталось на подготовку. Первым делом нам нужно отвезти Цезаря, вот он лежит, Цезарь. Мы его отвезем к Диме и Карине. Спасибо им огромное, что согласились присмотреть, поучаствовать в жизни. Да, у них уникальная возможность поучаствовать в жизни Цезаря. И после того, как мы его отвезем, нам нужно заехать и купить где-то палатку, потому что мы... И спальник, кстати. И спальник, да. Потому что в прошлый раз мы замерзли. И матрас нам... матрас у нас есть, нам нужен этот насос. Насос. В общем, едем мы ненадолго, всего получается с палаткой мы будем один день, одну ночь. Но так как очень тяжело найти место, вообще в этот парк мы уже смотрим больше полугода места, они все были забиты. Вчера зашли, было два места, и то не на стороне, как мы обычно любим, на стороне океана, а на стороне реки было место. И мы все-таки решили забронировать его, то есть у нас будет... Одна ночь в палатке, а потом уже дальше поедем еще севернее. То есть мы сначала едем на север Флориды, потом спустимся по стороне, где океан Атлантический, спустимся вниз до Майами, возможно, еще доедем до Ки-Веста. Мы там ни разу не были за 8 лет. В общем, такое у нас будет мини-путешествие вокруг Флориды. Проедем. Ки-Вест не гарантирован. Все, ребята, Цезаря оставили. Здесь у них рядом магазин. Как раз здесь, может быть, мы найдем... палатку. Что-то выбор небольшой, да? Выбор небольшой. Неужели все раскупили? Спальные мешки. Ребята, мы ничего не нашли. Что-то там у них выбора вообще нету. Стояло несколько палаток за $150, да? Да. На шестерых. И спальники не такие, которые мы хотим. В общем, сейчас поедем смотреть палатку в Walmart. Может быть, там что-нибудь найдем. Тоже собрались ехать с палаткой завтра. Без палатки в машине будем спать. Ну, видишь, мы не знали, что будет место. Мы же не планировали. Мы хотели в отеле остановиться. У нас так и будет. Одна ночь в отеле, одна в палатке. Все, ребята, мы закупились. Даже плитку взяли. Здесь у нас этот газ. Вот он. Палатку, спальники. Доброе утро. Мы практически собрались. Такое чувство, что мы взяли полдома с собой. Мы когда ездим в путешествие на машине, то обычно у нас так и происходит, что мы берем все, что нам вдруг понадобится. Куча вещей и всего-всего. Ребята, привет еще раз всем. Мы собрались наконец-таки в наше путешествие, оно прямо сейчас начинается. Мы собрали машину, у нас полностью забито, мы потом покажем, когда мы будем палатку разбирать. Главное, надеюсь, все есть теперь. Да, надеюсь, мы ничего не забыли. Взяли все, что можно взять, все, что надо и возможно и надо. Но, как всегда, наверное, что-нибудь да забыли. Но я очень надеюсь, что нет. Взяли кучу одежды, потому что погода будет разниться, тем более мы поедем сначала на Северную Флориду, потом поедем в Южную Флориду. Днем жарко, ночью может быть холодно. Да, единственное, что сегодня мы переживаем, ну как переживаем, думаем, не думаем, мы знаем, что будет холодно, будет 6 градусов тепла. Это достаточно холодно в такой влажности во Флориде, и мы будем в палатке, но у нас есть 2 спальника, у нас есть 2 пледа, у нас есть матрас, мы надеемся, что мы не замерзнем. Но единственное, что нам вечером придется, как бы мы будем на улице, да, ну, будем греться костром, а утром, я не знаю, будем как-то согреваться, да. Ну, вроде как будет солнечно, знаю, думаю, на солнце нормально. Ну, уж согреться мы найдем как. Да. Ну, все, сейчас мы заправимся и едем. У нас чекин в парке в 3 часа дня. И в 5:45 уже темно, то есть закат. У нас есть немножко времени, чтобы собрать палатку, устроиться и отдыхать. Еще нужно дрова купить.
ребята, мы ехали и приехали в Чилоис. Мы голодные. Захотели поесть. Мы сейчас... У нас это правильно, мы как бы решили, так и будет. То есть мы сейчас поедим и потом сразу поедем на чекин, ставить палатку и потом уже будем... Спасибо. И потом уже будем разбирать палатку, ставить и пойдем гулять. Да? И будем сегодня жарить бургеры. Да, все покажем, красоту. Сейчас ждем свой заказ. Мы засняли, получается, по акции, да? Ой, засняли. Заказали. 3 за 10. Угу. Получается, вот первый суп принесли. И кофе. И кофе. И еще будет стейк. Угу. Да? Угу. С картошкой и еще с чем-то. А у меня фахитас был, сейчас покажем. Ребята, посмотрите. Запотело. Посмотрите, какую красоту принесли. Сальса, гуакамоле. Креветки, говядина и курица. А Паша стейк с картошкой и с брокколи. Ну что, Марфа, довольна? Ой, я так обожаю такую еду. Кактус. Ух ты. Кактус. Вот оно. Вот он какой, кактус. Ребятки, мы приехали. У нас первая остановка. Вторая уже. Ну, не считая. Первая такая. У нас 15 минут до чекина. А, здесь написано, добро пожаловать, Северный Пенинсула Стейт Парк. Мы, по-моему, с Мариной уже здесь были. В прошлый раз мы здесь были. Последний раз, когда мы были, мы здесь были. Да, то же самое место, но нам здесь очень нравится. Океан бушует вообще. Смотрите, какая красота. Оранжевый песок, да? Да. О, вообще. Что ты делаешь? Песок. Ой, как там спускаться, смотри, как занесло. Ты видишь? Да. Смотри, такого не было, да? А, это она так подмывает. Это прилив был, да. Офигеть. Смотрите. Вот так вот подмыло. Холодно. Но в этот раз Марина хоть оделась. Да, в прошлый раз я была в платье. В такую же погоду в платье. Просто в домашнем платье приехала мать. Это не домашнее платье. Домашнее, не знаю. В халате приехала домашним. Ой, ребята, это шикарно. Это очень шикарно. Ой, песок зыбучий. Зыгучий. Зыбучий песок. Кто-то здесь бегал. Смотрите. Я уже чувствую, как у меня песок. Что, в ногах? В кроссовках. Да не очень хорошо. Смотри, пена морская. Ой. Морская пена. Марин, может быть, нужно было вот так? Как? Как они?
как? Палатку поставим. Да вот именно, и не платить $40. И не платить. Мангал только нужно было купить, и все. Кстати, взяли с собой купальники. Но, скорее всего, купаться здесь мы не будем. Как? Непонятно, да, песок? Непонятно. Сейчас будет прилив, подожди. Сейчас волна придет тебе. Давай, только не намочи ноги. Ну, да Марфа. Ну, холодная. Холодная? Ну, да. Ну, это океан, видишь, сейчас. На улице сегодня ночью будет сколько? Плюс что? 6 будет сегодня. Плюс 6? Да. Смотри, кто-то босиком бегал даже. Классно. Ну, а что, почему нет? Тоже можно попробовать, да. Время чекина. Сейчас поедем. Поедем. Дрова. И палатку нужно установить, и пойдем опять на пляж сходим. Да. Либо посмотрим, что у нас там в парке, да? Да? Потому что мы в парке самом не особо были. Не были. Да. Пойдем? Пошли. Заезжаем в парк, ребята. Флаг зеленый, кстати, хорошо. То есть можно, да, в сейф купаться? Наверное. А кто будет купаться? Так, здесь у нас чекин. Нужно дрова купить. Маску, наверное, да, нужно надеть, конечно же. Okay. Hello, good. How are you? Good. Just simply hang this in your car with the number facing through your windshield there. Okay. And you'll have access to this. It's the number and then the pound sign. Okay. Тут получается, ребята, речная сторона. А на той стороне там, там океан. А вот наше богатство. Закрома. Закрома. И мы, конечно же, забыли стулья. Одно мы из главных поняли, да. Штучек. То есть мы должны были здесь вот костер иметь. И мы его будем иметь? Смотреть. Местечко такое классненькое у нас. Мы потом погуляем по парку, покажем, да, Паш? Обязательно. Ну вот. О, это, кстати, туалет, нет? Паш. Да, возможно. Ну только это же близко. Да. Вполне себе близко. Видите, какие здесь огромные эти трейлеры. Офигенные. Все. Так, мы сейчас будем устанавливать палатку. Да? Да. Нам нужно быстро. Так, ребят, все. Начинаем собирать палатку. Палатка у нас на 4 места. Угу. Четырехместная. Ну, это как говорится, 4 места, это так. Одно чисто название. Название, ну, да. Да. Можно поместиться вчетвером, да? Да. Так я не да. думаю, что можно вчетвером прям полноценно выспаться. Удобно спать, да. Так. Сейчас будет это пособие, как собирать палатку, Паш? Да, почти что. Почти что. Все наши манатки практически, ну не все, тут половина, наверное. Ребята, у нас загвоздка, погнутое колышко, не получается у нас собрать палатку. Вот так тебе нехорошая палатка, да, Паш? Да. Так, ладно. Осталось матрас, подушки, все закинуть туда уже, чтобы готово было, да, на вечер? Да. И потом купить дрова. А потом уже бац-бац и закат. Через 2 часа закат. Давай! Надулся. Я не знаю, как мы его засовывать, правда, будем. Спихнуть не впихуй. Паш! Вот дырочка же явно маловато. Паш! А что, по-другому нельзя было? Знаешь, как можно? Как? Колышки выбить? Колышки выбить? Да. Потом аппаратно запить? Да. Так и сделаем. Ребята, нам пришлось палатку притащить к машине, отцепить ее и надуть матрас. Ой, какая собака. Ага. Окей. Let's go, ушки. Паш. Взяла? Взяла. Только поднимай теперь выше.
Я не вижу ничего, ты веди. Можешь тихо-тихо левее. Левее. Ой, правее. Все. Палатка собрана, мы сейчас покажем попозже. У нас осталась последняя важная деталь. Это палатка. Наш этот, как его, царский так, дом. Так они длинные. Сколько здесь фит? 21 фит. Ух ты. Нам хватит. Нам хватит. Сейчас давайте повесим.